Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Весенний город, день чудесный. Поехали. Дальний путь, говорят нам. А, я не один такой умный, да? Тут еще один, ребята. Спорткар. Ты посмотри, а. Прям тютелька в тютельку едем. Опа. Пока фартит мне. Все, пока, ребята, удачно. С какого лешего ты так... Так, проехать. Вот объясни мне, почему он меня обогнал, а я его нет? Я вроде бы нигде не тупил, ничего не сделал плохого. Позитив вшивый, а? У него нет ускорителя, по-моему. Как я погляжу. Ну вот здесь вот все отлично, ребят. Проехали. Как нельзя прекрасней. Нет. Ты серьезно? Ты сейчас вот это серьезно сделал, а? Парень. Ну с какого, блин, ты перепуга-то разбился там, а? Просто, ребят, перевернулся тупо, и все. И считай, хана мандрыга была. Тут надежда, надежда только лишь на, да, на везучесть. Ну, у меня 6 очков, какое место хоть? Тут уклон, тут еще гонка. Слушай, а тут, кстати, еще и мотоциклист, я его и не видел вначале почему-то. Опа, все проскочили воду, а Рэй нифига не проскочил. Еще и последним еду. Ну как такое может быть, а? Да где я мог сфейлиться-то, ёпрсеты, ну? Да. Получается, второе место у меня здесь. Первое! Глазам своим не верю. Так, ребята, я задание выполнил. Выполнил задание. Так, 3000 монет плюс сундук, зимние шины, стартовый ускоритель. Сделайте 6 поворотов на раллийном авто и маневр снегоход. Кубок путешествий. Попробуем. Зря я, наверное, взял его. Сейчас опять, ребята, будем фейлиться, да? Наверное. А чё? Тихо ты. Но это трэш. Да ты будешь ехать, твою... Пипец, короче, ребята. Это что такое, вот объясни мне, а? Ой, ребята, ой-ой-ой-ой, какой нафиг второй шанс этому идиотскому мотоциклу, а? Ну какой, ребята, второй шанс, блин? Ты мне вот объясни. Да вот почему он у него нормально заехал, а у меня, блин, как дерьмо какое-то едет, блин. В чем приколюха-то? Я даже с ускорителем, с этим, с нитро, блин, не смог его обогнать. Какая-то калечная, ерундовая, ребята, машина. Просто бред. Она меня раздражает. Ни у кого так не встает на дыбы, как у меня. Просто ни у кого. У одного у меня такая она. В шоке. Полетел кувырем. Ладно, хоть второе место взял. Не, ребят, я отказываюсь на этой машине ехать. Просто отказываюсь. Вот. Вот на чем надо ездить, ребят. И на раллийном авто. Ну и на суперкаре еще можно. Чего? Баги, ты рамсульки-то там не попутал? Совсем, смотрю, парнишка там прибурел. Так, вот тут главное не лопухнуться.
И именно Рэй лопухнулся. Там разбился чувак один. Это, прикинь, перед финишем. Ну вот как это вот, ребята, можно объяснить, а? Да никак ты не объяснишь. Это просто, ребята, западло, самое настоящее. Именно против меня все это работает. То идеально проезжаем, да? То вообще не можем ничего проехать. От слова совсем, блин. Мотоцикл там накручивает, что-то наяривает. Но, слава богу, мы тоже наяривали и нормально. Дорога в пустыне. Блин, без идеального старта, без всего. Просто на сухарика еду. Но это только мне такое дано, ребят. Обделался, блин, на ровном месте. А здесь-то я схитрил чуткарика. Байк перевернулся. Я, ребята, теперь понимаю, почему не переворачивается. Почему не разбивается посреди трасс. Я уже сам это. Так, а здесь кубок застойный, это болото. Слушай, мы же можем, наверное, что-то на нашем... Не? Ничего не можем прокачать. Жаль. Я бы, честно говоря, с удовольствием что-нибудь прокачал бы на нашем супер-дизелечке. Хорош. Тюх. Только не вздумай разбиться. Да я вниз поеду. Ты посмотри, а. Лохматая вертушка, блин, меня обогнала. Ну ладно, давай смотреть. Один раз обогнала, это еще, ребят, ни о чем не говорит. Если он думает, что он профи, пускай докажет. Когда докажешь, что он профи. Алло. Ой. Но это не тот, ребят. Там супер легенд был, а это параша. Это ехала параша. Дай-ка я вниз сигану от души. От души, душевно в душу. Там что у нас, болото внизу, что ли? А что еще тут может быть? Конечно, болото. Все, друзья, первое местечко. И по итогу я должен быть первым. Да, оно так и получается. Эпические холмы. Слушай, эпические холмы мы, наверное, поедем с тобой вот на этой машинке. Фу, тут у нас и колесики нормально, как говорится. И все будет, наверное, ништяк. Будет сегодня у нас все ништяк или не будет? Ну, я тебе скажу. Вот сейчас едем вообще топово. Опа. Оп. И вот финиш. Пси. Четенько все. Всех обогнали, абсолютно всех, ребят. Оставили там позади курить. Как говорится, не курить, а пыль глотать от наших шин. Что там внизу? Я фиг знает, куда лечу вообще. Ну, допустим. Оп, такой. Подпрыгнул, да? Так, вот здесь у нас как раз колесики, которые у нас есть. Они нам здесь очень, ребята, хорошо помогают именно в горку подняться. Сцепление, да-да, именно. Тихо ты, чуть не перевернулся, а? Засранец мелкий. Подставить не захотел. Хорош давай дурковать-то. Веди себя прилично. Но под идеальным стартом, что ты там опять лопушка-то гонишь? Ага, ага, ага. Заедь, главное. Не дуркуем. Не дуркуем, еще раз говорю. Все, ребята, тут будет наша победа. Проехал все эти ухапчики. Они там даже
и рядом с нами не стояли. Сундук. Сундук созрел. Так, магнит плюс стартовый ускоритель. А у нас кубок претендентов. Уж не помню я, что. Гонка по амбару. Ну, гонка по амбару. Я думаю, многие, наверное, знают, что это. Там что, кто-то на супер... На форсаже, что ли, кто-то шпарит? Врежься, ублюдок. По делам ему. А он едет сзади, ребят. Нет, это раллийное авто. Короче, он на своем форсаже просто позади остался. Вот что я хочу сказать. А что это сейчас было? Рэй, вот это сейчас была твоя тупость. Все, у чувака горючка кончилась, что ли, я не могу понять. Что-то он там тупанул, малька. Ты будешь сегодня у меня газовать-то или нет? Нет. Сравнялся с этой пипеткой и, блин, едет вместе с ней. Даже не мог вырваться. Ты едь давай, блин. Чуть не упал опять же, а? Туда причем. Вот, вот. Можешь же, когда хочешь, Рей, ну. Чё ты там дурковал, не понимаю. Фору, что ли, им давал? Да, скорее всего, фору давал. Но, 6 тысяч монет, спасибо. Так, привет, ты видео записываешь? Да, да, записываю. Я видео записываю. Ну чё, восхитительная диверсия. У меня две нелюбимые, три нелюбимые трассы. Это вода, диверсии и... Фига, баги. Да что ж ты не перенормался-то, а? Ну, ёпарасоте, что это, ребята, ну? Иди оттуда, крылатое чудовище. Чтоб тебя мухи жрали, а? Вторым приехал. Ну, опять же, почему, ребят, вторым? Очень много врезался во всякую чушь. Например, как здесь. Но здесь еще ладно, по-божески. По-божески врезался. Давай, едь сюда. Время в воздухе. Оп. Ну, раз уж подорвался, так едь. Четко? Ну, вроде бы как четко. Красавчик, Рычик. Тут я тебя хвалю. Я сам себя хвалю, ребят. Ну, и сам себя не похвалишь, никто же не похвалит. Баги, ты меня просто уже вымораживаешь. Лезет, куда его не просят, просто. Я поехал поверху. Ну их нафиг всех тут. Эй, не вздумай. Чмоха, а? Чоли. Куска говно ли, я скажу тебе, а не чоли это. Лезет он. Это моя шахта. Да фиг его знает, моя ли это шахта. Не уверен, что это моя шахта. Но попытка не пытка. Эть, красавчик. Красавчик есть. Нормально, ребят. Первая гонка удалась. Блин, у нас еще будет ровное количество кубков, ребята. Там будет Басяцкий. Не забываем об этом. Что ты делаешь-то? Там и фура едет, там. Ну, этому-то хламону еще проиграю. Ёпарасоте. У тебя проблема с заездом. Эх, мырь болотный. Получил свое. Скушал, как говорится, да? Так, ладно, 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 ладно. Тихо, 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 тихо. Бэм, молодец. Знаешь, как в детстве маленький, когда это, в самолетике там лифтанчики играли, или в автоматике там все вот это озвучивали, там тра-та-та-та-та-та, или там типа летишь, там взрывается. Да, дети.
Были времена. Так, ну что, ребят, пустынные пещеры, твою же налево. Ну, согласись, что раллийное авто — это все-таки, ребята, топовая машина. Я вот круче по балансу, ну, наверное, машины здесь не вижу. Ее, наверное, просто здесь и нету. Может быть, конечно, какая-нибудь, например, этот, как его, лихач. Может быть, конечно, если он прокачан там офигенно. Но опять же, ими нужно уметь играть. Раллийное авто, ты тупо жмешь педальку газа, тупо жмешь педальку тормоза, и все у тебя тупого получается. Никаких тупых переворотов, как, например, на мотоцикле. Просто, ну что это такое, ребят? Немножко назад перевернулся, немножко вперед тоже перевернулся. Ну как играть так можно? Давай, 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 шпарь, 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 шпарь. Шпарь, потому что сзади там... Да ну какого... Ну как вот, ёпрасоты, ребят, у меня нет слов на него просто. Почему у них форсаж работает только тогда, когда они захотят, а не как у меня на постоянку, ты понимаешь? Я еду с форсажем на постоянку, он же его... Ну ты посмотри. Я не знаю. Классно я вот тут, да? Я его в воздухе перепрыгнул. Да, этого дорого стоит. Так, что тут у нас? Рэй, играй в командные соревнования. В командные соревнования, плюсик. Да, играй, потому что через 6 минут нужно результат узнать. Надеюсь, кто-нибудь норм выпадет из ящиков. Ага. А по ПВЗ герой. Так это же хорошо. Ребята, какие командные эти вы имеете в виду? Вот это что? Вот эти что ли гонки командные? Так там же, по-моему, если не ошибаюсь, в командных гонках нужно участвовать. А что там надо? Видите, у меня же нету прокачанных тачек. Че вот я здесь, ребят, сделаю? Вы говорите, в командной играй. Ну вот играю я. И че? Подожди-ка, а я что-то не понял, как это Буран проехал по воде? Чего? Перевернись ты нафиг, достал уже. Как Буран проехал по воде? Объясни-ка мне на милость. Я, например, этого не понял. С какого перепуга, блин, Буран смог прокатиться по воде? Он что, святой, что ли? Я не могу понять. Как у него это получилось? Для меня это загадка. Я ехал на драндулете каком-то там. Ну, утонул-то, понятно. А как он-то сделал? Буран. Ребят, не судите строго. Я ж... Я же тебе говорю, чтобы командные соревнования играть, у тебя должны быть прокачаны машины. Если они не прокачаны... Ну, какой-то инвалид, блин. Едет он тут у меня. Горючее заканчивается. В общем, я не доеду, да, получается? А где действительно горючее-то? Что-то непонятно. Ладно. О, сейчас я как раз, ребята, испробую формулу. Ты серьезно? Формула-то тоже не прокачанная. Ой-ой-ой-ой, ребят, ну это трэш. Это трэш. Ну, я проехал. Смотри-ка. Так, а последняя гонка сейчас. А, чего? Че, я что-то не понял, а что случилось-то? Нифига не понял, ребят. Ну, уже 23 сундука. Так, минута осталась. Ну, минута осталась. Прокатился. Как нубас. Вот так вот. Че, ура! Прокатился как у вас. А, во, результат, ребята. Ну-ка. И чего?
Оу, победители. Ух ты, ребята, новая краска, ты прикинь. На раллийное авто выпало. Ху-ху. Красная, слушай, красная я еще у себя не видел. Я видел синюю. Ну, красную нет, не видел. Так, зато победили, да? Зато победили. Так, ну что, ладно, ребят, я дальше еду на кубки. Кубки, 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 кубки. Так, что, тут, наверное, возьмем. Наверное, вот эту вот возьмем модификацию. Тут, видишь, пустыня, пустыня рознь. Я не помню, какая из них нормальная, а какая из них фиговая. Вот это, по-моему, фиговая. Или нормальная. Или фиговая. Или нормальная. Если я проеду хорошо, то значит нормально. Если я проеду плохо, значит фиговая. Не, нормально. Такой выкрутился, да? Нормально. Если бы разбился, фиговая. Это я. Это я, это я. Говорите за себя. Ты видел? Ох, ничего себе. Ты, бомбараш, иди отсюда. Лезет он вперед папочки. Смотри, учись у меня, как надо ездить. Ну, идеальный старт. Идеальный старт, ребята. Он вроде бы идеальный, но так как у меня пробуксовки, он ни хрена не идеальный. Так скажу тебе. Курите бамбук, а я полетел на крыльях счастья. Куда я там лечу-то? Что нормально прилетел. Вообще топово. Топово. Первое место. А что ты хотел? Естественно, первое место. Так, дай-ка возьму. У нас сейчас гоночные, да? По-моему, гоночные. Уличные гонки, гоночные, блин. На уличных гонках, естественно, ребята, лучше брать с колесами. Вот с этой вот штукой. Оп, под воду сразу же. Занырнули. До свидули, помахали им флажочком. Помахали им тапочком. Тапочком. Нью-Джерси. Я бы сказал бы, кто. Кто ты? Какой ты Нью-Джерси? Баги там что-то выпендривается. Оп. Вот скажи мне вопрос. Нафиг я сюда заехал? Вот зачем вот это вот? Вот зачем вот это вот надо было? Вот согласись, что я бы, наверное, по морскому дну, так скажем, да, проехался бы быстрее бы, чем поверху. Чуть-чуть бы замешкался бы еще, ребята, и первого места бы не было. Так, New Driver, иди отсюда. Ты уже просто припариваешь меня. Назывался-то там New Driver. New Nubus. Вот я что скажу. Жик. Так, ребят, что-то тут у нас. Мне две краски выпало. У меня на чек-колесу выпало и на ролейку покраска. У меня краска на суперкар. Краска. Слушай, зачем я это пишу, если все равно это все будет видосики? Ведь все это видосики. Зачем я пишу? Вступить, вступить. Конечно, вступить. Поиск соответствия. Моррисон начал поиск соответствия. Ну, пока у нас там идет поиск соответствия, Рэйчик будет еще гонять. О, смотри, 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 смотри. Да-да-да, у тебя вечная проблема. И это хорошо, что у тебя проблемы с этими приземлениями и с подъемом в горку. Благо, у нас таких проблем нету. Нифига я там крученого задал, ты видел? Такой крученый только в бейсболе делают. А я на машине сделал. Опять синева меня догоняет. Да чтоб ты сыром срал, я тебе так скажу. Почему именно сыром? Не, сыром для тебя будет шикарно. Лучше бы ты, я не знаю, там
Васаби давил. Не, ну это как-то пошловато. Какой васаби вообще? Что ты несешь? Ты, наверное, сегодня перетренировался маленько, да? Скажи, что ты перетренировался чутка. И всем сразу все будет ясно. Перевернись ты. Такой доброжелатель Рэй сегодня вообще. Прям нет слов, ребят. Прям нет слов. Шикарно. Проехал, все, ура. Ну, давай мне детали. Ну, какие тут? На байк. Так, спасибо, круто. Спасибо, круто. Да не за что, ребят. Не за что. Так, слушай, а что я не поставил на этот, а на открытие? Молодец. А вот, ребята, мистический кубок. Один из моих нелюбимых. Это третий из нелюбимых моих трасс гонок. Вода, мистический кубок и аттракционы. Вот это вот три. А больше мне нравится, знаешь, что я тебе скажу? Фабрика. Мне нравится очень город. Обожаю город, в городе кататься. И что еще? И сельская местность. Там, где мы в деревне едем, по курятникам. Вот это да, это мое. А вот это все как-то не мое, ребят. Ну, на удивление, мы едем очень даже неплохо. Даже, я тебе скажу, хорошо. Но ты не забывай, что здесь 4 гонки, поэтому третью гонку нам нужно тоже выигрывать. Так, подожди, здесь я... Вот таким вот образом, да-да-да, тут лучше, друзья мои, так сделать. Не вздумай туда врезаться. Ну, есть. Ехал он. Ехал он со мной на равных. Все, ребят, дальше можно уже не париться. Можно даже просто встать и проиграть. Первое место нам тут обеспечено. Первый раз вижу, кстати, какая-то Светлана у нас тут катается. Фига, кто-то даже умудрился перевернуться вот на этих гонках. Серьезно? Светлана первая, но на самом деле первый-то я. Так, ребят, до сюда доезжаем, и у нас будет босс. Нифига! Ты видел? Вот это я называю полет навигатора. Смотрел, кстати, этот фильм «Полет навигатора»? Нет? Это фильм моего детства, посмотри. Ну, я думаю, тебе не понравится. Спецэффекты уже не те, но для своего времени это был офигенный детский фильм. Ну как детский фильм? Он не детский фильм. Но так как я его смотрел в детстве, для меня он детский фильм. Опа! Лихачок, ты видел, как круто? Как, ребята, он круто врезался, мне понравилось. Почаще бы так. И цены бы ему не было бы. Есть. Ну что, вторую гонку мы тоже взяли. Что-то у меня сегодня, ребята, какой-то я вредный сегодня. Всем желаю какого-то зла, не знаю, с чего вдруг. Но сегодня тренировался, ребята, от души, серьезно говорю, аж до ломоты в костях. Я сегодня сделал тренировочку, как тебе объяснить? С минимальным отдыхом. Понимаешь? С минимальным отдыхом. Короче, между подходами не успевал только отдышаться и все. И сразу же приступал к следующему упражнению. Очень хорошо сегодня меня пробрало. Прям аж, прям, блин, почувствовал усталость дичайшую. Пришел, килограмм творога сразу навернул, потом курочку с гречкой. В общем, все как полагается. Так, ребят, опять развлечение. А где босс-то? Я что-то не всосал. А? Где босяцкий-то? Он же должен был быть. Так, мотик, вали нафиг отсюда. Врежься к чертовой бабушке на куличке. Видишь, он, ребят, специально сбрасывает немножко скорость, чтобы не врезаться черепунделем своим. И пока он там елозил, мы здесь, как говорится, обогнали. А вот здесь мотоцикл. Ой, ребята, как не сладко будет. А почему не сладко? Потому что здесь можно разбиться, причем разбиться в легкую. Чуть-чуть переборщил с прыжочком, и на, получай.
конфетти в черепундель. Смотри-ка, все аккуратничают. Научились играть, что ли, ребята? Серьезно? Ой-ка, завязывайте с этими фокусами своими. Подхалимыч. Ребят, специально подождал, чтобы, да, чтобы попасть на трамплин. Гнида черножопая. Так, ладно, поехали. Не надо только врезаться, все, отлично. Че там получилось? Кто-то куда-то впендерючился, да? Я правильно понял? Иди! Не успел меня обогнать этот мотоцикл. Фух, а сейчас, чувствую, босс будет. Нет. Что-то нас босс не хочет сегодня встречать. Наверное, обмочил трусишки, да? Когда увидел, как Рэй катается. А что еще могу сказать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига, ребята, вот это да. Вот это называется мастер-класс сейчас был. Из практически проигрышной, ребята, ситуации я умудрился в... Мне даже нет слов. Просто встал на колеса. Тот чувак перевернулся, который был второй рядышком, а я встал на колеса. Слушай, вот это красное дерьмо тут, которое мешается, мне просто выпендривается слишком чересчур. Сегодня у меня день вредности, ребят. Какой-то прям. Все. Я, кстати, в первый раз за долгое время, ребят, проехался по низу. Обычно я еду где бревна, а тут прям по низу проехался. Это мне понравилось. Этот с монетным ускорителем. А вот оно что. То есть ему выгодно брать монетки, да, и, соответственно, шпарить тут, шпарить и еще раз шпарить. А мне, в отличие от него, выгоднее ехать, ребят, на заднем колесе. Потому что если я еду долго на заднем колесе, у меня начинает срабатывать турбо. И я лечу, как птичка. Ну, босс будет сегодня или нет? Хренушки там. Кубок езды по ухабам. Блин, ненавижу, ребята, ухабы. Я ненавижу хабы и комаров ненавижу, которые тут летают, кусают меня, когда я играю. Знаете, что я не могу отвлечься, поэтому можно укусить меня в ногу или в плечо. Так, ухабистая дорога. Там по ухабам, здесь ухабистая дорога. Что поменялось? Найди отличие. Давай, отлично. Шикарно. Так, под утесом. Под утесом великана, да? Бамс. Бамс. Нет, тут бамс не было. Не надо свистеть, никакого бамса не было. Все. Как в аптеке, ребят. Так, глубоководное погружение. Где там? На самом дне. Что за тачка-то? Я не вижу. Блин. Раллийное авто. Я постараюсь. Ребят, я очень должен постараться. Да ну. Слушай, а что смеюсь-то? Он же сейчас возьмет ускоряшку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, это что такое? Ага. Да я... Сюда, ага, правильно, все. А сколько тут гонок-то? Одна, что ли? А где он? Не вздумай меня обогнать только. Все, ребята, выиграл я его. Хе-хе-хе. Хмырь болотный. Так, ну что, друзья мои. 6000 монет. Ну и 30 тысяч кубков. Так, нам нужно еще 20 тысяч кубков, чтобы
выиграть. Реиграй в командное соревнование. И ПЖХ. Да я уже понял, понял, играть в эти командные соревнования, понял. Все. Давай, поехали. Командные, блин, соревнования. Иху! Зачем вот это я сделал? А в чем прикол-то? Я понял, в чем прикол. И если мы зайдем в гараж. Ну ладно. Лихач, да, лихач тут, конечно, было бы круто. Заши. Нормально? Ой, сейчас. Да. Фу, гараж. Что у нас есть? Так, ну тут, ребят, дофига что есть. Монетный ускоритель. А это пока еще закрыт. Недоступен мне. Ладно, я попробую, ребят, на нем проехаться. А что ты хочешь? Он у меня не прокачанный. Да ну, ребят. Я не смогу здесь выиграть. Вот тебе и командные соревнования. Понимаешь? Давай уже так заканчивайся горючий, потому что здесь мне даже не подняться. Просто не подняться. Да. То есть, делай выводы, что машины должны быть прокачаны абсолютно все. И по фулке. Это я не считаю прокачанных гаджетов. Но супердизель-то, ёк-макарёк, супердизель-то. Чего? А чё надо было... Да нет уж, все, спасибо. Большое покатался. Да. Так, ну что, ребята. На сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.